Поэтому, Ольга Мадасовна, огромное спасибо Константину, который действительно вот такую большую работу проводит, и я думаю, что мы должны поддержать, продолжить эту работу дальше. Я очень хочу, чтобы в Сквине снова заработал музей Прометея. Заработает. Вчера я разговаривал с Романом. Роман сказал, что составим договор на безвозмездное использование. Прекрасно. Вот, но там нужно будет сделать электричество. Но на эту тему мы встретимся и обсудим ее. Хорошо. И от администрации муниципального района Сахтудинский я вас всех благодарю. Спасибо вам. От Олега Амросича Лажанева мы как бы разговаривали перед тем, как я приехал сюда. Завидать это ядлы. Вот это наследие, которое оставили Прометей Иванович Чистарев, Прасковья Ивановна Чистарева, надо... Это гордость вашего района. Беречь и сохранять. И действительно, спасибо. Привет, Елене, музыкант. Хорошо. Мне кажется, когда я познакомилась с ней, это мы в университете, когда открыли музей Шаляпина в университете, тогда при открытии наш пел городской академический хор. И она присутствовала. Но это была бы такая кратковременная. И, конечно, бы, собственно, она бы меня не запомнила. Это только я ее как великую, да. И, понимаете, это было как-то, вот как вам сказать, она читала стихи и все это тронуло, да. А потом все прошло много времени. И я благодарна вам, вы неусыпны, два друга, да, Юрий Сахаров. И ты, дорогой, да, очень, Константин, да, очень благодарна, потому что я помню, когда идем, намечается поход, там прогулочка, и вот мы идем втроем, попеременно, вместе мы не ходили, мы идем втроем, то с Константином, то с Юрием и она. И когда-то, ну, вот когда мы оставались там вдвоем, она читала стихи, и вот по парку мы шли, ой, вообще очень здорово, я благодарна, вы такие неусыпные, у вас какая-то энергетика у обоих, это здорово. И все, вы знаете, вы так много помните, вот видите, у Камелька я ходила, я что-то себя в кадре не увидела там. Или, может, в тот момент Кости не было, не фотографировал, когда я была с ней там. Да, в общем, и знаете, и столько признаний вам, и я благодарна, что я не осталась от такого события в стороне. Вот, спасибо вам огромное. Я вообще-то хотела пару слов сказать, когда народу было много, но раз уж все хотели что-то выступать, и я думаю, ладно, без меня обойдется. Я просто в другом ракурсе, где-то в другой плоскости хочу рассказать о Прасковье Ивановне, как о человеке. Человек она была уникальным. Почему? Я не буду говорить, какие там она стихи написала и так далее, но уникальный просто... Ей было 90 лет, больше, вот, а она хотела все время что-то новое узнать, чему-то радоваться, а ведь у нее она уже плохо ходила, потом она ничего не видела, а все равно искала какой-то повод, чтобы радоваться жизни, радоваться. И вот мы выходим, скажем, с ней с библиотеки, или мы идем... университет или в библиотеку какую-то идем еще вообще. И вот она радуется, что она ножками идет по улице, сама идет. Ну, конечно, не одна идет, со мной идет, но вот она радуется этому. И когда мы вышли из библиотеки там Ленина Куратова, увидела площадь и говорит: «Ой, как хорошо, я эту площадь так давно не видела! Так давно не видела, можно, говорит, немножко ножками пойдем до детского мира?» Я говорю: «Конечно, конечно, конечно». И вот такую радость она испытывает такое. Или, например, пришла она на наше заседание у нас, клуб долгожителей. Вот у меня в клубе вот эти люди и были, она была членом моего клуба. Я руководитель клуба долгожителей. И вот она пришла. А с какого возраста вы туда принимаете? 90. Грудных. С какого возраста лет? 80. Я не подхожу туда. Да, и вот она пришла. И мы как раз...
Будете слушать. Как раз такое было заседание. Я как раз приехала с Барселоны, и я показываю на экране, рассказываю об Испании, там Сальвадор Дали, там бой быков, Прада в этом Мадриде. И значит, рассказываю, и она там, да, Гауди, она не знала так, о таком. Это, она не знала, Гауди не знала. И говорит, о, это ж так интересно, это ж так интересно. Потом после уже по телефону меня хвалила с ног до головы. За любое заседание, пожалуйста, что нового она узнала. А телефонные разговоры, это уже совершенно другое. Дело в том, что мне она позвонит, скажет, ну ты свободна, вот никого у тебя нет. Можешь уделить мне внимание? Я говорю, да, я свободна, все. И вот мы с ней говорим, ведь старушка, она же не говорит, что вот тут кольнула, да тут она не видит, да чего-то она одинока, или еще что-то болит, как старушечий разговор. Такого нет. А что ты сейчас читаешь? Я говорю, вот Рубцова, тут что-то я Николая решила почитать. Ой! Я же не знаю его, плохо знаю. Почитай мне, пожалуйста, почитай. И вот я читаю. Я говорю, Верлибром он написал, вот это стихотворение. Он говорит, вот это да, вот это да. Давай читай, давай читай, читаю. Подумаешь, рыба, треска, мелюзговой. Читай, читай. На встречные злые суда без улова, кричал я. Эй вы, на борже, а волны, как мускулы, взмыленно ряна, буграми в суровых тонах, ходили по черной груди океана, а чайки плескались в волнах, и долго и хищно стремясь, ничего не вижу, что написали, поживиться с кричащей голодной тоской, летели большие клюкастые птицы, за судном, пропахшим треской. Молодец. Опять. Хорошо, волнуйся, очень плохо прочитала. Не волнуйся. Рубцова обиделся бы обязательно, Рубцова бы обиделся. Так вот, последнее время, значит, последний раз, я же по 3 часа ей стихи читала постоянно. То постоянно по телефону. Как только она выдерживала. А, нет, это же не я написала стихотворение, не свое ведь читаю. Она уже просит, она просит, читай дальше. Кого сейчас ты читаешь? Я говорю, да вот Бродского. О, Бродский, я совершенно его не знаю. Это ж я его не знаю. Читай. И я читаю. Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке. Жил у моря, играл в рулетку, обедал Для тех, кто меня не знает, меня зовут Нина Александровна, фамилия моя Тонких или Тонкий, все равно. С Панной Ивановной, я говорю именно с Панной Ивановной, потому что только я ее звала Панной Ивановной, потом, может быть, и другие некоторые, но большинство ее звали Пороскою Ивановна. С Панной Ивановной я знакома с 1999 года, когда я в течение 6 лет выполняла функции социального работника. Познакомила меня с ней моя коллега по работе, по профтехобразованию, Быстрова Валентина Ивановна. Она работала в госкомитете, заведовала методкабинетом, а я была старшим методистом. Она мне говорит, ты знаешь, вот у меня ноги не стали уже ходить, а Пороскова Ивановна так любит общение. А поскольку ты преподаешь литературу и эстетику, а она тоже в 8-м училище работала до этого, в библиотеке работала и эстетику вела, у вас много общих интересов. С тех пор я стала над ней осуществлять шефство. Иду с работы напротив воинской части, наш лицей был 28-й, потом его соединили с 34-м лицеем, стал теперь политехнический техникум. Иду, несу ей выпечки, полную сумку. Она очень любила выпечку, особенно любила все рыбное. Вообще, я должна сказать, что она рыбная душа, поскольку с Волги. Она мне говорит, ты знаешь, мы, наверное, с тобой в прошлой жизни были сестрами.
Я говорю, почему? Ну вот у тебя сестра Клавдия, и у меня сестра Клавдия. У тебя брат Михаил, и у меня брат Михаил. Я с Куйбышева, а ты с Нижнего Новгорода. Посмотри, сколько у нас общего. Вот ты там пишешь рассказы и всякие поздравления для коллег, и я пишу. И потом она говорит, ты знаешь, кто меня оценил, мое творчество, это Ионов. Когда она справляла 70 лет в Окуевкерке, перед Извакеркой, дом зеленый, там творческих работников. Она говорит, ой, так меня хвалил Ионов, так жаль, что тебя там не было. И вот после этого дня рождения, вскоре, я с ней познакомилась буквально через 2 месяца. И когда уже был следующий у нее юбилей, мы отмечали у Майи Ивановны в этом в зеленом зале в СГУ. Там многие были, и вот так мы с ней в течение 6 лет общались. Вы знаете, что она, значит, плохо переносит жару, она для нее лето это было, как говорится, испытание. Она уезжала к сестре Клавдии в Куйбышев. Мы собирали неделю ее. Я ее собирала по списку, складывала, она все это отмечала. Потом она посещала старых подруг, которых уже нет живых, а их детей, например, в Калугу. Вот это я ее у подружки детям, дочке подарю. Потом она приезжала, пожила какое-то время, уехала жить к Лене в Москву. Я ее опять собирала. Потом начались испытательные, как говорится, месяцы, жара была лето. Она перешла из своей квартиры, значит, Рома ей нашел на улице Пушкина напротив Бахуса, там очень неспокойное место. Там я обживала ее новое жилище. Мыла квартиру, отмывала кухню там. Мы с ней ходили в кулинарию, по магазинам, когда она еще была вот на улице. Как это, не Юхнина, как у нее улица называется? Оплеснина. Оплеснина. Мы с ней гуляли по улице Юхнина, по Оплеснина, Орджоникидзе, там деревянный магазинчик. Любит просто до безумия кильку в любом виде. Соленую в баночке обязательно и вяленую всякую рыбу. Я говорю, ну вот почему у тебя так мозги хорошо работают, Панна Ивановна, до такого возраста? Потому что ты рыбу любишь, а там же фосфор. Она просто Христа любила, а он любил рыбы. Как... Наверное, может быть, поэтому. Потом, что меня в ней всегда покоряло? Ее требовательность к речи. Если я там где-то ударение правильно поставила, говорит, а ты знаешь, я ведь всегда со словарем работаю. Я всегда проверяю, правильно я там ударение произношу или нет. Она эстет была во всем. Вот мы купили с ней 5 метров желтой ткани, 5 метров розовой, 5 метров синей, голубой. Я говорю, зачем тебе? А вот я повешу и, значит, на дверь и буду смотреть. Это мне доставляет эстетическое удовольствие, действительно. Или у нее какой-то старый халат. Ну вот как Обломов любил старый грязный халат, так она любовалась старыми своими вещами, которые связаны с ее воспоминаниями. И если это там какая-то гармония в этой вещи, расцветка или там еще что-то, силуэт хороший. Она очень восторгалась. Вот повесит на дверь, говорит, вот я открыла глаза, смотрю, и у меня настроение повышается. Да, про дожди я уже... Вот, я про дожди уже не говорю. Действительно, она любила дожди. И снега. И снега, все. И вот эти сборники, которые здесь были представлены, у меня все есть, за исключением, по-моему, в черном таком виде. И последний сборник она мне вручила в апреле. Вот здесь я не случайно держу телефон. Последний мой звонок ей был 20 апреля, не отвеченный ею. А она мне звонила 4 апреля. И там еще были в феврале вот звонки и так далее. То есть мы с ней общались, до, можно сказать, до последних дней ее жизни. Она у меня оставила самые приятные воспоминания, что я много у нее взяла, научилась от нее очень многому. Вот, и она ведет дневник, я тоже веду дневник всегда, это я у нее переняла. И у нас даже эстетические пристрастия были одинаковые. Она любит голубой цвет, и я люблю там белый и прочее. И вот голубая блузка, где вот она везде, это я ей подарила блузку, которой 50 лет, нет, не 50, 35 лет. Я ее покупала в салоне для новобрачных, когда дочка выходила замуж. Она говорит, ой, ну дай хоть поносить. Я говорю, носи до смерти. Она говорит, все равно тебе останется. И потом, вот буквально в апреле, я говорю, а ты хочешь еще такую же блузку? Только у меня кремового цвета, тоже из салона новобрачных. Она говорит, с удовольствием. Все равно ведь вот будете там годину отмечать, все равно мне вернется. Я говорю, возьми. И она уже потом в этой блузке ходила в музей. И мне говорили, да, говорит, она приходила в музей истории, в университет, говорит, в этой уже блузке. То есть вот нас многое объединяло с точки зрения эстетического восприятия, эстетического вкуса, эстетического переживания. Хорошо, что в моей жизни был этот человек.
Спасибо.